Президент Садыр Джапаров с государственным визитом вылетел в Китайскую Народную Республику. Глава государства в рамках визита также примет участие в саммите «Китай-Центральная Азия». В ходе визита, который продлится в период с 18 по 20 мая текущего года, запланированы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух стран обсудят углубление и расширение сотрудничества по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества. Также планируется встреча президента Садыра Джапарова с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином и другими официальными лицами и бизнес-кругами. В составе официальной делегации Айгуль Джапарова, супруга президента, Джейнбек Кулубаев, министр иностранных дел Муратбек Азымбакиев, заведующий отделом внешней политики администрации президента, Актылек Мусаева, чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской республики в Китайской Народной республике, Айбек Джунушалиев, начальник управления по подготовки решений президента и кабинета министров администрации президента. Азамат Усмонов, начальник управления контроля и исполнения решений президента и кабинета министров. Аскарбек Джаныбеков, министр сельского хозяйства. Алтынбек Максутов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики. Таланбек Иманов, министр цифрового развития. Тилек Текебаев, министр транспорта и коммуникаций. Данияр Амангельдеев, министр экономики и коммерции. Талайбек Ибраев, министр энергетики. Умбриэль Темиралиев, директор Национального агентства по инвестициям Самат Исабеков, председатель Государственной таможенной службы при Министерстве финансов Эмильбек Абдыкадыров, мэр города Бишкек, Бакытбек Читыгенов, мэр города Ош.